Третий номер Пинариво. Пятый возвратился сегодня на футбольное поле в первом матче. Восьмой номер Мусси. 15-й Дино Баджо. 14-й Берти. В воротах Тафарел. Второй номер Жоржиньо. 11-й Ромарио. 13-й Алтаир. Из команды Карлос Альберто Парейра. В двух каналах, можно сказать, даже совместный первый тайм в роли переднего центрального. Александр Пуль предупредил футболистов, это устное замечание. Вперед убрал мяч. Нет, все-таки желтая карточка. Да. Мазиньо получает. Его, ну, как-то неудачно вообще для Мазиньо. Давай, давай! Читник. Кто-то из итальянцев. Мяч, это Дуд делал передачу. Роберто Баджо. Матара обыграл, защит. Удар! Вот он, Пуль, мяч обыграл защитника. На 18-й минуте. 14 номер, вместо Жоржиньо. Вот это непонятно, это явно тактический какой-то. Продолжается атака по мячу. Мазиньо. Опять. Я сам попал. На ногах. Удар поворотом. Смотрит на бокового судью. Даже не смотрел. Да. Держал. Судья поднял флаг. Несыгранность явная. Прыв мышцы был. А войдет номер. Произвели и тот, и другой тренер игры, но вынужденные замены. Причем интересно, два права. Извините, Ромарио, удар по воротам. Футбольного. Звезды подстать. Штрафной должен быть. Желтая карточка. Это Аполлоний. Что убегает от него Ромарио, поэтому, как говорится, да, вот как его мог бы выйти тет-а-тет. Полет мяч. Это прерогатива того, кто даже 15 сантиметров. Удар! Из команды Асенкина. Второй тайм вы уже будете сделать, и в это время звучит без... Мой репортаж на российском канале. Сегодня в 16:20 полная трансляция. Который сейчас мячом. Ах, какой из Ирана. За передачу, но не находясь в положении вне игры, получил Ромарио и... Мяч необычный, опасный удар по воротам Тафарелло, он в углу ворот. Знаете, я уже говорил, а тут такой несогласованность действий в первом тайме, арбитр. И опять Бебесов с Ромарио на острие, и лишь в последний момент сообразится. Посмотрите, буквально два касания. А, тут еще одна. Очень опасно. Франко прибежал со своего левого края обороны туда. Тех, смотрите, итальянский защитник, который был рядом, играет сегодня. Вот опасный удар по воротам. Со стадионом прошел дождь, чего и в помине нет. Вдруг выпустил этот сильный удар. Баджо, удар. Баджо, прямо по центру ворот. Чуть дальше, видят Иши и мимо ворот. Дунга подает. Как опасно. Может быть, нам дадут повтор. Мазиньо врывался в штрафную. Был такой, смотрите, честно говоря, на моем мутном мониторе. Как активно играет этот защитник. А сейчас на русском. Как бы, еще, наверное, им. А тем временем подошел к концу финала 30 минут. Два тайма по 15 минут. Ну, такая... Кафу простреливал мяч. Как ошибаются итальянские защитники. Такой, конечно, Бебета не ожидал, что мяч так легко достанет. Вторым броском по люку мяч накрыл. Вот, смотрите. Странный Бебета, не знаю. Опасный удар. Вот смотрите, пожалуйста, и слет убьет. Удар. Молодец, Полюка. По небу не мяч штрафной. Удар издали. Иване бьет. Мяч пролетает. Я бы сказал, что перерешалось. После матчевых пенальти, по-моему, такого просто ни разу не было, чтобы судьба Кубка Мира... Штрафной! Фанзон ворот! Удар! Ой! Остановили, считая, что было положение вне игры. Матар, Роберто Баджо, выход на мировин! Удар! Ау! Еще дальше идти сейчас Роберто Баджо. Но я думаю, 1 минута переиграна. Сейчас пятерку убьющих мы увидим. Падет Франко Борези, Пальюка и Тафарелло. Вот они... Ну что, этот мяч... На 11-метровое. Что же, посмотрите. Сильно. Вот это да. Играет в итальянском клубе Реджана.
прием мяча. И отбил, наговорил Франко Борезе. Не волнуйся, я выручу из итальянцев. Но сейчас, если бы показать пас, выручил. Вот вам и каскад. Есть у игроков. Заговорил мяч. Вот он. От вратаря, посмотрите. В общем, чтобы трудно было бы ему. А, кстати говоря, ему было не просто на счету. Ой. Да нет, такой не ловит. Нет, ну, в какой-то степени рискованно, но как вот... Просто хотел выручить такой Геннадий. Такой расстроенный, но... В данном случае... Удар в запасе у бразильца. Вот это не надо разгадывать, надо стоять на месте. Тот угол, в который будет прыгать, это, конечно, позволяет вратарю достать этот мяч. И пробил не в самый угол, потому что мы... Левый. Часть, ну, конечно, они столько терпели. Где находится международный вещательный центр, устроили, кто лучше кричит. Оказалось, просто кричать гол, это у них... Вот. Поменял. Да. Теперь Дунга. Человек-гол. И не забил. Там голубой из кадры Манду. Франко Борезе, капитан итальянцев, пошел. Счет становится. Да, Дунга вывел. Если да. Он не забьет, то уже больше, вот посмотрите, теперь... Роберто первое место неточным ударом в истории мирового Брэнди и Баджо Роберто. Трюк Альберто Феррейры, тренера, которому исполнился 51 год, и которого так критики теперь может идти речь. Бразильцы чемпион, итальянцы, если сказать странно, убиты горем. И посмотрите, как не забил мяч сам Роберто Баджо.